Меня зовут Ксения Иванова, я учредитель и владелец компании «Регион Импорт». Мы занимаемся импортом товаров с Китаем. Что полезного я вынесу из сегодняшнего вечера? В первую очередь то, что колесо, ну я называю колесо успеха, кто-то называет это колесо баланса, очень я в своих каких-то интуитивных подозрениях вот сегодня убедилась, что оно не обязательно должно быть вот круглым. Что вот реально, что мне просто переживала раньше, что вот если у меня все время карьера перевешена, значит, у меня личная жизнь, там, женское начало, оно будет вот этим подавлено. А сейчас я понимаю, что ну, я все сейчас делаю правильно и на правильном пути. И второй важный момент, это о том, что я поняла, что насколько я реально признала свои слабости, что я раньше теряла время, что раньше я просто считала, что ну, я девушка и должна, наверное, как-то быть в стороне от всего. И не брать на себя ну, определенную ответственность, хотя мне это всегда нравилось, и всегда меня к этому тянуло, так, внутренне и интеллектуально. Вот. И что я поняла, что вот именно я мудак. И хорошо, что вот вы сегодня мне сказали, что это, ну, то направление, которое как раз возможно должно привести к процветанию, успеху и нахождению там сбытию своих мечт и реализации своего предназначения.